Всем привет, друзья и подписчики канала Epic Games. Сегодня я вам покажу один соло-глич на деньги в GTA Online. Механику этого глича вы уже видели, но здесь есть некоторые изменения. И это единственный работающий глич на сегодняшний день. Ну а пока вот эти крутые ребята попадают в сегодняшнее видео, если ты тоже хочешь попасть в следующий видеоролик, поставь лайк этому видео, напиши снизу комментарий, подпишись на канал и поставь колокольчик, чтобы не пропустить следующие видеоролики. Ребята, для этого глича нам понадобится бункер, подвижный командный пункт с автохранилищем и ночной клуб с одним гаражом. Сейчас мы готовимся к этому гличу, берем нашу прокачанную ретро-элегию и мы должны загнать ее в подвижный командный пункт. Для этого вызываем подвижный командный пункт, загоняем туда ретро-элегию и возвращаем подвижный командный пункт обратно в наш бункер. Все, мы вернули подвижный командный пункт в наш бункер, теперь мы должны купить бесплатную ретро-элегию в служебный вход нашего ночного клуба. Я это уже подготовил. Теперь мы должны доехать до гаража, где есть телевизор и 10 мест для тачек. Я так и зашел в свой гараж, теперь я должен подойти к телевизору и выбрать канал наблюдения за игроками. Итак, я выбрал канал наблюдения за игроками, вышел из этого меню, теперь у меня на телевизоре показывается Visual News. Теперь я должен подойти к этому экрану, выбрать через быструю игру ограбление, войти в лобби напрямую, подтвердить. И теперь справа снизу смотрим, когда будет 8 секунд, мы должны нажать правую крестовину. 8 секунд нажали, и мы прогружаемся именно в этот канал наблюдения за игроками. Там мы должны пробыть около 15-20 секунд. После этого мы должны просто выйти из этого экрана. Если мы все сделали правильно, у нас пропадет мини-карта, и мы будем продолжать глич. Итак, ребят, я вышел из экрана Visual News. У меня пропала мини-карта, значит, я все сделал правильно. Сейчас мы садимся в любую из тачек и выезжаем из гаража. Когда мы выехали из гаража, мы должны нажать крестовину вверх, выбрать интернет, после чего у нас будет работать кнопка Options. Там мы включаем карту и мы должны доехать до магазинчика, где мы должны купить пиво. В моем случае это этот магазин. Он ближе всего находится к моему бункеру. Я сейчас до него доезжаю, захожу в магазинчик и покупаю пиво Пивассер полностью, по максимуму. Пиво у меня уже куплено, теперь я выхожу из магазина и я должен добраться до своего бункера. Ребят, вы можете использовать свою тачку, тачку бота или стать шефом и вызвать базард, чтобы это было намного быстрее. Я пока доехал на своей тачке до бункера и должен зайти в него пешком. Итак, ребят, я в бункере, теперь я должен подойти к своему подвижному командному пункту, куда мы загоняли свою ретро-элегию. Заходим в подвижный командный пункт и выгоняем тачку в бункер. Ребят, мы выгнали тачку, теперь мы просто из нее выходим и выбираем предметы, еда, пиво, и мы должны выпить все 10 бутылок пива, причем нажимать X или кнопку A очень долго. Зажимаете и держите, пока он не выпьет все пиво. Итак, мы заспаунились на улице, теперь мы должны вызвать базард или обычную тачку, неважно, базардом просто намного быстрее все это выполняется. И сейчас мы должны долететь, доехать до магазинчика и закупиться опять пивом. Итак, я долетел до магазина, сейчас я забегаю туда, покупаю все 10 бутылок пива и выхожу из магазина. Сейчас я должен долететь до своего ночного клуба, там где у нас стоит бесплатная элегия. Так, я долетел до своего ночного клуба, заходим в гараж, войти просто в ночной клуб. Я зашел в свой ночной клуб и подхожу к своей элегии бесплатной, вот она здесь стоит. Мы должны просто в нее зайти и нажать R2, кнопку газа, и происходит такой баг, она пропадает. Эта элегия уходит в бункер, а мы должны просто выйти из своего ночного клуба. Для этого мы выбираем еда, пивассер, и также выпиваем все 10 бутылок пива. Нас заспаунило на улице, сейчас мы должны вызвать базард или просто доехать на тачке. Когда я снимал это видео, я выбирал базард, но в сессии есть всякие дауны, и они просто взрывали меня несколько раз. А в конце видео вы увидите одного из этих даунов. Вам просто советую быть в режиме пассива и ездить на ботовских тачках. Так, здесь я вызываю базард и лечу до своего бункера. Так, я прилетел в бункер, сейчас захожу в него пешком, и вот стоит та тачка, но она с номерами Epic Game. Сейчас, как только в нее сяду, номера поменяются на те, которые были на обычной элегии, бесплатной. Вот номера поменялись. Сейчас мы должны заехать в подвижный командный пункт и подтвердить сообщение о замене тачек. Оригинальная ретро-элегия уйдет в ночной клуб, в тот гараж, а обычная останется здесь, уже в качестве чистого дюпа. Итак, мы заехали в подвижный командный пункт и просто выезжаем из него. Все, ребята, это чистый дюп, можно его продавать. Чтобы продолжить этот глич, вы должны выбрать в телефоне сообщение от Лестера с его ограблением. Такое зелененькое сообщение, вы нажимаете на него и прогружаетесь в своей квартире. После того, как вы прогрузились в своей квартире, вы подходите к двери и выходите из своей квартиры. Мы вышли из квартиры и теперь можем продолжить дюб. Оригинальная ретро-элегия стоит у нас в ночном клубе, а копированный чистый дюб стоит в бункере. Сейчас я хочу долететь до своего ночного клуба, но меня взрывает один даун, и смотрите, что произойдет сейчас. Когда мы умираем, именно в этом сбагованном состоянии у нас появляется вот такой экран, и мы ничего не сможем сделать.
Совершенно. Все, больше никакие кнопки не работают, и теперь придется приостанавливать GTA-шку, зайдя в PlayStation или в Xbox в приложение YouTube и вернуться обратно, чтобы это починить. Я это сделал, сейчас я прогрузился обратно в сессию, но я уже не забагован. Тачка оказалась рядом, она из бункера. Смотрите номера, те, которые были на бесплатной леге. Сейчас мы едем и продаем эту тачку. Вот я приехал в Los Santos Customs и продаю эту тачку за $958,000. Так, ребят, чтобы продолжить этот глич, вы должны загнать оригинальную ретро-элегию обратно в ПКП и купить бесплатную элегию в гараж ночного клуба. Если бы я делал этот глич в пассивном режиме, то меня бы никто не смог убить, и глич продолжался бы снова и снова. Но сейчас мне нужно опять забаговываться, поэтому советую именно вам гличить в пассивном режиме. Тогда вы не будете терять время на обратную забаговку. Итак, ребят, спасибо, что посмотрели этот соло-глич. Ставьте лайк, если он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видеоролики. Всем пока!